Привет! Пятница – самое время уже, наконец, подумать о выходных и решить, как их незабываемо провести. Какую программу подготовили в Самаре, расскажу прямо сейчас. Поехали! Художественный музей продолжает цикл пленэров и мастер-классов с участием известных художников и приглашает вас погрузиться в удивительный мир пленэрной живописи. 8 августа в час дня вас всех ждут на мастер-классе Юлии Кузнецовой. На мастер-классе участники выполнят натюрморт с натуры, основываясь на традициях русских импрессионистов. Восьмого августа галерея «Виктория» запускает новый выставочный сезон и открывает выставку известной петербургской художницы Аси Маракулиной «Железные нотки». В своих инсталляциях, объектах, вышивке и графике художник создает ситуацию глубоко личного переживания предметов и общественных пространств, которые были ее постоянными спутниками в период взросления. Открытие начнется в 7 вечера. В это воскресенье в 3 часа дня самарцев приглашают поучаствовать в поэзии «На ногах». Это пешая экскурсия от литературного музея. Путешествие по истории поэзии 20 века, от модернизма к концептуализму. Старт от музея «Модерна», где вспоминается Серебряный век, а финиш у памятника дяде Степе на Ленинградской. На этом же все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!